Ну вот, в общем-то, я и вернулся на старую клавиатуру, потому что новая клавиатура, про которую я снимал обзор и сравнение ее с этой старой, оказалась нерабочей в ней. Получается, в этой клавиатуре новой логитечевской плохо работает клавиша M английская. На нее жмешь, и вот раз 10 нажмешь на нее, и из 10 раза 3 только сработает. И в итоге я ее отдал назад, ну, назад в магазин по гарантии. Они пока что забрали, не знаю, что скажут. Но в итоге я понял, что Logitech — это плохая фирма, потому что я помню, брал наушники от Logitech, Logitech G35, и у меня в левом ухе пищало. Я их обменял как раз-таки на этих HyperX. И я тогда посчитал в Гугле, эта проблема имела массовый характер. У многих тоже в левом ухе пищали наушники Logitech G35. Такая бракованная партия была. Потом у меня еще была веб-камера от Logitech C270. В ней потом белый экран, ну типа камера стала плохо работать, и вместо изображения белый экран показывался. Оказывается, эта проблема у камеры Logitech C270 имеет массовый характер, тоже плохо припаяна камера, объектив камеры. И когда камера работает, плата нагревается, и из-за этого камера отсоединяется, и белый экран. А теперь вот клавиатуру взял вот эту, и у нее клавиша M плохо работает. И в итоге у меня сложилось впечатление, что все девайсы, которые я брал от Logitech, они все плохо работают, реально. Наушники взял, что-то пищит. Камеру взял, белый экран. Клавиатуру взял, клавиши не работают. А все хвалят Logitech, Logitech. Еще за название только, а за само название Logitech переплачиваешь половину стоимости, потому что типа считается, что крутая фирма. На самом деле, сколько я не брал, вообще у каждой вещи у Logitech'овской были проблемы. Поэтому я что-то уже не хочу вообще Logitech покупать. Лучше вообще другую взять фирму. Он взял себе фирма Оклик, вроде такая неизвестная фирма, мышка, однако работает уже сколько лет, нет проблем. А Logitech в итоге вот не успел купить и сразу же сдал назад. Неприятно вообще, капец. Вот такие вот делишки. Так что я расстроился в Logitech, не хочу больше Logitech покупать. Вот. Так что как-то так. И вернулся на свою обратно старую клавиатуру Defender. И в итоге, если подтвердится, что там реально дефект, брак, а там дефект действительно есть, я должен подтвердиться. И я, если они спросят, ну, типа, что будем делать, я попрошу поменять на другую клавиатуру. Я уже посмотрел клавиатуру Swen, она и подешевле, и примерно, ну, примерно вот похожая. И стоит дешевле, и примерно вот как это. Ну, и как-то они, в принципе, все похожи. Лучше взять все Logitech, Swen, да хотя бы Swen я вот брал, у меня вроде бы нормально. Раньше на колонке были, нормально работали. Вот так что как-то так.